Расскажу про установку розетки и про испарение. Розетка представляет из себя основную часть, которую подсоединяются провода, и декоративную панель. Декоративные панели бывают абсолютно любого цвета и размера, на вкус, цвет, как вы себе пожелаете. Вот я снял декоративную панель. Здесь мы видим винтики для подсоединения проводов. Крепление. Провод в данном случае трехжильный применяется. По цветам желто-зеленый — это заземление, серый или черный — это фаза, и синий — это ноль. То есть они подключаются соответственным образом. Синий и черный подключаются рядом, два они здесь находятся. И заземление подключается вот к этой части усиком. Провода бывают разные. Они отличаются по сечению и по той нагрузке, которую будете потреблять. Вот данный провод. На нем есть маркировка. Сейчас я прочитаю. Маркировка. Вот. Маркировка. Три провода по 1,5 мм. Грубо говоря, умножая, если кабель медный, умножая на 2, то есть 3 кВт, этот кабель будет спокойно выдерживать. Вот там чуть больше получается запаса, но 3 кВт он выдержит спокойно. Далее. Для крепления розеток применяются коробки, в которые он крепится. Коробка крепится в стену, цементируется, его можно посадить на алебастру, на клей, от гипсоплиты, на все что угодно. Как крепится? Вот здесь находятся усики по бокам. Вот они. Когда мы этот винтик здесь закручиваем, винтик отжимается. Вот видно, он отжался и стоит жестко. Так же происходит внутри коробки. Он сюда вставляется. Таким образом. Я без панели показываю, чтобы было наглядно. Закручивается. Все. И он жестко стоит. В каждой коробке есть специальные места для проделывания отверстий. Проделать ножик очень легко, это пластик. В данном случае сделано с задней стороны. То есть подводится провод, и уже в коробке подключается провода. Розетка. Коробки бывают разные. Эта коробка предназначена для стены, чтобы забетонировать и поставить. Чуть большего размера – это распределительные коробки. В них розетку не поставишь, чтобы не путали. Она больше по диаметру. Сюда подходит несколько проводов, здесь они соединяются. И расходятся уже дальше по нужду. Квартиры, кухни, ванной комнаты. Еще есть коробки, предназначенные для крепления в гипсоплите. Вот гипсоплита. Дырки в гипсоплите ровно делают специальной коробкой. Вот коробка, она просверливается, сажается вверх, просверливается. Есть возможность вставить коробку от гипсоплите. В чем здесь разница? Так как нам бетонировать некуда, а держаться она как-то должна, то здесь есть такие вот кусики. Вот. Сильнее не откручивайте, чтобы они не вывалились. Они немного освобождаются. Если это гипсоплита, она так стоит, берется коробка, вставляется, поворачивается снаружи, конечно, как я залез внутри, и просто-напросто закручивается. Что здесь происходит с этой стороны? Происходит, я сюда крутил, вот эти кусики, они поджимают изнутри коробку и крепят ее. Очень прочно, достаточно. И с этой стороны происходит то же самое.
если любой с этой стороны показывать, для примера, вот так она крепится сзади, на плите, вот за эти усики. И ты, хочу сказать, достаточно жестко. Также под гипсоплитой проводятся провода, здесь вот есть места для разрезания, подводится провод, также крепится сюда таким же образом розетка или выключатель. Все так же накрепится, все. В установке розеток нет ничего сложного. Самое главное, необходимо соблюдать технику безопасности во время работы с электричеством. Если вы устанавливаете или переносите провод, не забудьте его обесточить. Проверку наличия питания в сети можно проверить обыкновенным проводом. Все. Он должен быть в каждом доме. Все, спасибо. Как розетка подключается к сети? Перед любой работой проверяется, есть ли питание. Я питание отключил. Лампочка не горит. Я ее аккуратно вытащил из коробки. Вот эта коробка, она пластмассовая. Она является креплением для всей розетки. Вот эти усики, здесь есть под отвертку болтик. При его заворачивании они разжимаются, стороны разъезжаются, и розетка хорошо и плотно, прочно становится в коробку свою. Снимаю под отверткой. Так, снял верхнюю крышку. Что мы наблюдаем? Три провода. Желтый и зеленый. Это заземление. Далее. Черный – это фаза. Синий – это ноль. Если электрики перепутали при установке, желтый, зеленый – всегда заземление, никто не путает. Вот эти могут перепутать. Одна из них – фаза, другой из них – ноль. Вот они, усики. Если даже сейчас могу их показать. Вот я их выворачиваю. Вот они съехались. Вот эту итоги вставляю, заворачиваю их, и она стоит там прочно. Синяя провод. Один. Все. Вот вся розетка, вся конструкция. Подсоединяется фаза 0 и заземление. Вся конструкция сверху накрывается декоративная крышка. Также является защитой от всякого проникновения к проводам. Вся вот такая вот у меня есть. Вот. Крепление провода к стене осуществляется с помощью крепления. Специальное крепление есть. Я его взломал. Уже не понадобится. Вот. Вот эта коробка. Все, вот это место под коробку, в которую мы ставим розетку. В принципе, ничего сложного. Подвести провод, установить коробку и установить розетку. Вот все, вытащил я старую коробку, она больше не понадобится. Розетку все будет заштукатуриваться, зашпаклевываться. Здесь розетка больше стоять не будет. Ну, чтобы показать, как это все происходит, сначала сверлится специальной коронкой, насаженной на дверь, отверстие. Сверлится. Потом берется коробка, здесь специальное место вырезается, в нее продевается провод, коробка вставляется. Или на гипс можно, или на что угодно.
И потом в эту коробку вставляется розетка. Подсоединяются провода, вставляется розетка, разжимаются усики и сверху декоративная панель. Все, ничего сложного, установки розетки нет.